Ну что, мой хороший принц, готовимся к отъезду. Сейчас мы будем купать лакушку, сушить, и в скором времени мы выезжаем, чтобы посадить нашего лакушку, чтобы отправить его в новый дом, в новую семью, где его уже очень-очень ждут. Ну что, начнем? Да, сладкий мой, вот такой прекрасный мальчик. Нашел свою семью, в которой уже живет два наших выпускника, два прекрасных-прекрасных выпускника. Кто это, мы узнаем чуть-чуть попозже. И вот этот еще один солнечный, замечательный мальчик будет жить с ними. Компания, ух, я думаю, что счастье просто переполняет эту семью. Да будет так. Мы очень рады. Снова говорю спасибо за доверие этой семье. Вот так вот, один за другим, красавец, красавцы наши, красотульки уезжают в новые семьи. Ну, а сейчас мы будем готовиться, чтобы быть чистенькими, пахучими, да? Мой зайчик, мой золотой. Мы набегались, нагулялись, наигрались еще в нашем доме. Последние минуточки в нашем царстве хвостиков. И малыш уезжает в свою новую жизнь, долгую, счастливую жизнь. Пожелаем ему всего самого хорошего. Ну, мы еще будем ему желать. Да, мой золотой, золотой мальчик. Красавчик, красавчик, ты мой сладкий, сладкий малыш. Ну, мы начинаем.